Здравствуйте, дорогие зрители! Очень часто по электронной почте пациенты задают вопрос, как выбрать клинику, в которую можно смело обратиться с проблемой пролапса тазовых органов, недержания мочи, свищей, синдрома хронической тазовой боли, для реабилитации там, тазового дна, скажем, лечения нейрогенной дисфункции мочеиспускания. И это действительно очень непраздный вопрос, потому что все, что я перечислил, это очень специфические вещи. И обратиться в клинику, которая является такой универсальной, которая занимается всем понемногу, ну, вы знаете, это практически бесполезно или, честно говоря, даже порой опасно при всех перечисленных состояниях. Поэтому первый пункт, на который нужно обращать внимание, это то, что клиники декларируют то, что она специализируется на той проблеме, по которой вы хотите получить помощь. Второе, нужно проследить за тем, есть ли опыт у клиники этой или у специалистов из этой клиники в данной области. Идеальный вариант – это посмотреть научные публикации. То есть публиковалась ли клиника на протяжении некого длительного времени, представляла ли свой опыт. Лучше всего, конечно, если эти публикации в хороших рейтинговых международных изданиях. Третий пункт, мне кажется, это открытость клиники, в первую очередь для специалистов. То есть идеальный вариант, если эта клиника является тренинговым центром или каким-то референс-центром, куда приезжают специалисты со всего мира и обмениваются информацией. Если эта клиника проводит семинары, конференции, вебинары, как это сейчас модно, да, то есть она делится своим опытом, и это является и показателем специализации, и показателем опыта, и показателем открытости, что клиника готова представлять свои материалы. Очень важный момент на сегодняшний день, на мой взгляд, все-таки, хотя, конечно, достаточно зыбко это порой, это отзывы пациентов. На это тоже стоит обратить внимание. При этом, вы знаете, я с большой опаской всегда отношусь к специалистам, у которых там по 200, там 300 отзывов. И смотришь на клинику, там, в общем-то, все такие достаточно, ну, прости господи, ну, серые мыши, да, и тут вот какая-то звезда, да. То есть, вы знаете, это всегда вызывает некое подозрение. Смотрите за тем, чтобы были признаки того, что все специалисты, которые работают в этой команде, развивались, да, то есть, что они тоже имеют достаточно высокий рейтинг, что операций выполняется много, что не один специалист только является звездой, а все остальные там ничего из себя не представляют. То есть это должна быть некая школа. Но вот на мой взгляд, это такой узкоспециализированный, это вот эти перечисленные признаки являются, ну, характеристиками клиники, в которую действительно можно обратиться. Я желаю вам не болеть, будьте здоровы, а если что-то случится, готовы вам помочь. Спасибо.